Всем привет! Сегодня первая посадка моя, это в открытый грунт. Мне не терпится посадить гортензию. Вот такая гортензия. Сорт называется Lime Light. Она морозоустойчивая, то есть ее можно сейчас будет высадить. Я уже приготовила ведро земли, такой питательный грунт лесной. И сейчас вместе с вами идем на улицу сажать гортензию. Она вот у меня еще здесь даже вот на цвету. Она, кстати, цветет до глубокой осени, прям до снега. Ну, теперь идемте. Здесь вот как раз сосны растут. И вот сюда вот хочу посадить вот эту гортензию, выкопать ямку. И по весне потом добавить сюда хосту еще. Вот такая ямка. Здесь, конечно, песка. Вообще. Это, конечно, не я выкопала. Муж помогает. Сейчас туда земли буду добавлять с гвоздями. Ну вот, сейчас я туда земли добавлю. Земли и кину туда гвоздей, чтобы она любит железо. А по весне, как начнет только снежок подтаивать, я ей удобрю ее. Теперь я не могу дождаться, когда весна будет. С песком мешаю. Да, земли, конечно, можно было и побольше. Но я вот здесь вот сейчас песочком засыплю, а потом по весне земли ей добавим. Вот еще у меня просто здесь для домашних цветов земля приготовленная. Ну вот я ей тоже добавлю еще такой земли. Здесь она с перегноем, садовая, хорошая. Думаю, что ей понравится. Так, утрамбовать еще. Но я ее, конечно, в зиму немножко утеплю, потому что так как
чтобы не подморозилось. На улице у нас сегодня плюс 3 всего. Ну, вроде ожидается еще потепление, это плюс 7. А так идет снег. Вот так еще утеплю. Есть корешочки. Привалила сосновыми иголками вот здесь вот закрепила, чтобы ей потеплее было, и в то же время это и удобрение тоже. Ну вот, теперь до весны. Всем пока!